Накануне 75-й годовщины освобождения Воронежа в областном художественном музее имени Крамского открылась выставка графических работ от Новохоперска до Бреслау. Ее автор – воронежский живописец и график, участник Великой Отечественной войны Семен Легеня. Наша съемочная группа смогла окунуться в атмосферу военного времени через призму восприятия художника-фронтовика. В качестве сотрудника фронтовой многотиражки «Боевая тревога» Семен Легеня прошел дорогами войны от Новохоперска до Бреслау с 1942 по 1945 год. Его работы, больше похожие на фотографические снимки, подкупают своей искренностью и простотой. Рисунки изображают трогательные человечные сцены из жизни фронтового быта, лица участников войны, не только советских бойцов и однополчан, но и военнопленных немцев, для которых русская зима стала настоящим испытанием. Это вроде бы и произведение искусства, и в то же время, понимаете, вот эти фронтовые рисунки, их можно назвать действительно историческими свидетельствами, потому что настолько точно вот отображено, с документальной точностью отображены вот какие-то объекты, какие-то переживания. И действительно вот такие фронтовые рисунки, у нас в фондах музея есть еще работы подобных фронтовых художников, вот авторов. И действительно их можно приравнять к историческим документам. Эскизность и этюдность графических рисунков, ставших основным выразительным приемом художника, придает особую живость и непосредственность его авторским работам. И нам есть что показать. Все работы, их более, скажем так, около 40, более 30, около 40 работ, они все из фондов нашего музея. То есть это все наше достояние. Но это случилось благодаря дочери художника, художник Семен Данилович Легеня, участник Великой Отечественной войны, человек, который сам прошел дорогами войны. То есть все, что он запечатлевал, это его личные переживания, его личные впечатления. Оценить творчество Семена Легеня может любой желающий, посетив художественный музей имени Крамского. Персональная выставка воронежского художника будет работать почти месяц до 18 февраля. Галина Жукова, Сергей Артемов, 41 канал.